А из нашего окна свалка мусора видна. И такой пейзаж, по словам Светланы Ивановны, местной жительницы, она и ее соседи наблюдают уже третий год. И если раньше здесь велись активные работы по перекладке труб, то теперь вот уже больше года затишье. И когда ждать порядка во дворе, местные жители не знают. А ведь хочется, чтобы было как раньше. На этом месте была детская площадка. Здесь вот где вот тут там цемент или галька, здесь было две детские вот такие вот лесенки для лазания. Там была качели. Вот, две пары качель. Вот. Карусель там была. Здесь дети бегали по этому самому, по всей площадке. Тут у нас эти жили скворцы, они по земле бегают, а дети за скворцами гоняются. Скворцы и те улетели. Скворцы улетели, а вот рабочие остались на огражденной от прохода территории. И, заметив камеру, один из них на всякий случай прикрыл дыру в заборе. Вы всегда, бабуля, строите скандал. А не знаете, на стройку что-то не хватает, материала вовремя нету. По словам рабочих, это не свалка, а место хранения стройматериала. Вот только стройка уже завершена, и недовольству жильцов дома номер 14 нет конца. Пыль от этого, это просто вот так вот, если ветер, это все вот так вот идет. Все деревья, которые здесь были, выкопали. А что здесь еще есть? Выглянешь в окно, вот на эту свалку смотреть. И сколько это может продолжаться? А действительно, сколько? Согласно информационному баннеру, все работы должны были закончиться в 2014 году. А вот кто-то маркером исправил дату окончания на 2018 год. И как быть? Написанному верить? Рабочий, чье имя нам так и не удалось выяснить, объяснил, что это баннер вообще не отсюда, и телефоны на нем неверные. Но он любезно дал нам номер Михаила Фильчикова, заместителя директора по строительству КБ «Энергоремонт», компании, выполняющей работы. Здравствуйте, это телеканал «Видное ТВ». Мы сейчас просто на Жуковском проезде, дом 14. Местные жители хотели бы узнать, когда закончится работа, когда здесь будет территория очищена. Есть какие-то сроки? Территория будет очищена 15 августа. Просто дело в том, что никакой информации, особенно на баннере, где написано, что в 2018 году только закончатся работы. Вот если бы информация была и до жителей донесена, возможно, меньше бы было бы шуму, потому что просто не знают, когда это все закончится. 15 августа, да, все будет выйти. Там осталось неделя. Хорошо, в общем, надо набавить митинг, написать что-то, правильно? Угу, да. Конкретный срок. Да. Все, я понял. Хорошо, мы справимся, я думаю, завтра же. Местные жители, уставшие от пыли, грязи, да и просто виды из окна, которые не радуют глаз, возможно, были бы намного спокойнее в отношении компании, выполняющей работы, если бы баннер содержал верную информацию с телефонами и сроками. Недочеты компания обещала исправить. А вот до 15 августа осталось совсем немного. Мы еще раз приедем по адресу Жуковский проезд, дом 14, уже во второй половине месяца, и проверим, что за это время будет сделано. Екатерина Чернышова, Евгений Садовский, «Видное ТВ».